спортивном лагере «Альпийская деревня» на одной из лучших трасс Омской области в прошедшие выходные состоялся Кубок Сибири по лыжным гонкам среди спортсменов среднего и старшего возрастов. В чемпионате, проводимом Министерством спорта Омской области и клубом ветеранов «Амич», приняли участие 160 лыжников из 7 регионов Сибирского федерального округа. Это очень популярное соревнование. Ну и мне очень радостно сказать о том, что наш вот клуб «Амич» является лидером. Вот среди, не зря же, вот именно сибирский регион просто просится, чтобы проводили в Омске. В программу соревнований входили гонки классическим ходом, свободным стилем и смешанные эстафеты. На 5, 10 и 15 километровых дистанциях соревновались спортсмены разных возрастов, в числе которых многократные победители и призеры ветеранских чемпионатов мира и России, 34 мастера спорта и 2 мастера спорта международного класса. Все на достойном уровне, все хорошо бегут. Нормально, сильные команды. Я вообще люблю здесь бегать. Я уже здесь второй раз. Мне нравится. В Омске я езжу с институтских времен. И люди, и отношения, и организация здесь на высшем уровне. Спасибо вам большое. Приглашайте, будем сюда рады приезжать к вам. Как вы себя чувствуете? Как для вас вот ваши годы но... такие трассы бегать? Да какие-то годы. 83 года, разве много? Это не так много. Это только начало второй половины жизни. Прекрасно. Бежалось очень хорошо, так что конкуренты значительно отстали. Все без исключения участники соревнований отметили высокий уровень организации чемпионата и специально подготовленную для Кубка Сибири трассу. На 15-километровой дистанции, включающей в себя более 20 подъемов и спусков, спортсмены смогли показать высокие результаты. Трасса очень хорошая. Ее сделали по-настоящему олимпийской трассой в соответствии с этой деревней. Трасса довольно-таки хорошая до этого времени года. Подготовлена, три лыжни нарезаны, то есть народ не мешал. По результатам трех дней соревнований сборная Омской области стала бронзовым призером чемпионата. На втором месте – кемеровчане. Победителем же стала команда Томской области. Гонки в Альпийской деревне завершили лыжный сезон 2012 года. Я считаю, для завершения сезона вообще очень даже хорошая гонка, праздничное настроение. Все заключают сезон и такими прекрасными соревнованиями с оптимизмом смотрят в будущее, будут лучше готовиться, тренироваться на следующий год.